тут мы с ними работаем, Обучиться компьютерной грамотности, а также еще 18 профессиям предлагают татарстанским пенсионерам в этом году. Сейчас активно идет комплектация групп. На этой неделе начнутся первые занятия. С 2007 года за 10 лет в республике обучение прошло в целом по разным программам 82 тысячи человек. Получить образование, а затем и работу помогает выпускникам университетов третьего возраста. Так, на ярмарке вакансий, которая прошла в сентябре, рабочие места пожилым людям предложили 54 предприятия республики. Было представлено порядка 18 тысяч вакансий. Ярмарку посетило 15 тысяч человек. То есть было 15 тысяч запросов по конкретным каким-то предложениям, либо были оставлены свои резюме. В целом по Татарстану продолжается декада пожилых людей. До 10 октября пенсионеры могут бесплатно посетить выставки в музеях. Организованные 20 кинопоказов в кинотеатрах республики. В эти дни активно работают и медицинские учреждения. Предусмотрено проведение встреч, круглых столов с пожилыми гражданами, работа телефонов горячей линии, организация подразделений, пожилых людей, находящихся на лечении, организация дополнительных посещений и осмотра на дому врачами-специалистами одиноких, нетрудоспособных и нетранспортабельных больных пожилого возраста. Также медики еще раз напоминают о сезонных заболеваниях и поэтому советуют сделать прививки от гриппа, особенно людям пожилого возраста. Елизавета Саляхова, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир».